Новости. Мы считаем себя студентами с активной жизненной позицией. Мы понимаем, что это важно и что мы можем маленькими шагами, большим целям сами что-то сделать. Криулина Татьяна вместе с сестрой Мариной пришли в штаб Владимира Путина, чтобы стать волонтерами. Сейчас здесь набирают команду добровольцев, и сегодня по всей стране проходит единый день собеседования. От Ставропольского края зарегистрированы 80 человек. Самому старшему волонтеру 57. Его окрестили Серебряным. Но в этом деле важнее не возраст, а энтузиазм. Работа найдется всем. Работа волонтера бесплатная. Это добровольный выбор каждого человека. У нас это не только студенты, молодежь. То есть есть люди и более взрослые, которые готовы поддерживать нашего кандидата и заниматься какой-то общественной работой. Также собирают волонтеров для агитации в штабе партии «Яблоко». Добровольцы будут призывать голосовать за их кандидата на улицах, раздавать брошюры и листовки, помогать организовывать мероприятия. Сегодня Григорий Явлинский зарегистрирован в качестве кандидата от «Яблока» в ОВЦИКе. Теперь штаб приступит к активной агитации. Также формируют списки наблюдателей, которые будут в день голосования следить за ходом выборов. Будем сотрудничать не только со сторонниками нашей партии, но и со сторонниками других политических сил, в том числе, которые не имеют возможности от себя зарегистрировать наблюдателей. То есть тут ограничения нет, любой гражданин может наблюдать на выборах. То есть будем таких всех желающих оформлять. Повседневную работу штаба кандидата от партии «Роста» Бориса Титова нарушил приезд их лидера на Ставрополье. Сейчас идут последние приготовления. Визит намечен на 8 февраля. Борис Титов встретится с бизнес-сообществом как омбудсмен страны, посмотрит предприятие и индустриальный парк региона. Агитационные будни также ждут штаб Титова, который сегодня зарегистрирован в качестве кандидата в президенты. Сейчас у нас уже первая десятка доверенных лиц утверждена ЦИКом. Идет работа, подготовительная работа к активной агитации, к которой мы приступим 17 февраля. Анастасия Петренко, Александр Лукьяшко, АТВ Ставрополь.